Эти дети уже неделю отдыхают в оздоровительном центре в Святогорске. Рассказывают, первое, что поразило, природа Донецкой области и украинская кухня. Когда я приеду домой, я расскажу своим друзьям и одноклассникам, что в Донецкой области очень красивая природа. У вас огромные реки, озера, леса, много зелени и цветов, а у нас только пальмы и море. Ничего другого нет. Украинская кухня – это для нас новый опыт. У нас такого не готовят, как здесь. Украинские дети подсказывают нам, что вкуснее, а что нет, и показывают, как те или иные блюда надо есть. В Донецкую область приехали 22 ребенка из Кипра. В оздоровительном центре они отдыхают вместе с детьми из Украины. Не знаю, как они понимают друг друга, киприоты и наши дети, но они очень хорошо общаются. Они вместе ходят на дискотеки, они встречаются после столовой, до столовой. Только есть какая-то свободная минутка, они общаются, они понимают. И я, если честно, сама удивляюсь, потому что они жестами все объясняют. Мы можем общаться на английском языке, мы выучили несколько слов на русском и украинском языках. Это облегчает наше общение. Доброе, привет, пожалуйста, пока, нет, да, как дела, спасибо, пошли, доброй ночи, добрый вечер. Ребята время проводят не только в оздоровительном комплексе. Для них приготовили и экскурсионную программу. Дети побывали в Солидарі в соляных шахтах. Сьогодні у них буде на Донбас-арену, в Дельфінарій, в Донецьк-Сіті, фунтуру подивляться, екскурсія містом. Далі ще в плані це, звичайно, відвідування лаври. Програма в них насичена щодня, і навіть в перші дні діти до 9 години, коли наші вже там чекають дискотеки, у них вже сил не було на дискотеку. Програма «Отдых по обміну» діє з 2011 року. Нинішнім літом 25 українських школьників вже відпочили на Кіпрі. Программа имеет огромное значение, потому что у детей еще не сформировавшееся мировоззрение, и мы в их непредубежденный мозг вкладываем определенную информацию о наших странах. Детям, которые приезжают к нам из Украины, мы рассказываем о Кипре, а нашим детям рассказывают об Украине здесь, чтобы их чистый мозг воспринимал все так, как есть. В областной администрации рассказали, по такой же программе этим летом регион планирует принять детей из Казахстана, а ребята из Донецкой области поедут отдыхать в эту страну. Екатерина Минаева, Алексей Костюк, «Панорама».